Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Сегодня я получила посылку из славного города Данилова Ярославской области. Низкий поклон Ярославской области. Передаю сразу привет всем моим родным из Ярославля и из славного города Рыбинска. От Светланы Целиковой. В этой посылке находится мох. Свежий мох сфагнум. Я заказала 6 литров мха, потому что у меня освободился один мультибокс. Я за 3 месяца израсходовала 6 литров мха при посадках. Пересадок очень много. Много замены мха. Я уже говорила много раз, что я периодически меняю мох на своих орхидеях. Те, которые я сверху укрываю мхом. И мне очень понравился мох визуально у Светланы в группе. И сейчас мы посмотрим на эту красоту. Вот он, этот мох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть пакетов. Итак, здесь должен быть мох длинный. Вот я вижу, вот лежит мох длинненький. Смотрите, какой шикарный мох. Вообще супер. Я когда увидела фотографию у Светы в группе, я была в таком восторге. Представляете, какой классный мох. Вообще супер. Я такой мох не видела, честно. Не видела. Такого качества. И посмотрите, какая прелесть. Мох весь чистый, без листиков, без посторонних каких-то насекомых. Понюхаю. Супер. Пахнет природой и свежестью. Мох отличный. Он длинненький. Можно и крутить его. Отличный мох. Вот такой длинненький я заказала. 3 литра. Сейчас я его сюда отложу. Раз, два, три. Вот это длинненький, да. Я еще заказала вот такой вот пушистый мох. То есть это, как мне Света сказала, это мох, как спагмоз новозеландский. Сейчас посмотрим. Ну, слушайте, он очень похож. Очень похож, да, на спагмоз, только он живой. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, вот видно. Представляете, какой он крупный. Как бы мне его так, чтобы он... Вот, смотрите, какой он крупный. Я такой мох... Ой, что-то я куда-то уехала, извините. Такой мох вообще не видела. Вот, смотрите. Ну, точно он как спагмоз новозеландский. Очень похож. Вот. И 3 литра я заказала вот такого вот мха. Так. Вот раз, два, три. Так, а это что? А это подарочек. Света мне положила подарочек. Здесь вот сухой мох, высушенный. То есть вот сейчас я открою зип-пакет. Руки пересохли. Вот, смотрите, сухой, но живой мох. Вот у меня он в мультибоксах такой же точно получается. Вот такого качества. При использовании он, то есть при попадании во влажную среду, он зеленеет еще больше и прорастает. Замечательно, я использую мох в закрытых системах, также в посадках добавляю в грунт, вниз посадки. И так, сейчас. И как мульчирующий слой. Ну, вообще, конечно, с
цвет. Я хочу сказать, вот это, я не знаю, как у вас там, как вы меряете литры свои, да? Но это реально, вот смотрите, какой объем. Если взять сантиметр померить, то здесь очень большой. Вот смотрите, во-первых, толстый вот такой вот, да? Вот если это литрами меряется. Ну, я теперь, во-первых, вот этим я в восторге, вот от этого мха, который похож на новозеландский. Я не знаю, где Света его собирает, такой мох. Я, честно, вот в Подмосковье, в Тверской области я не видела. Может быть, я не углублялась в такие в заросли, в болото, но мох, конечно, бомбический. Очень, да, классный. Я его буду сушить. И вот этот, который крупный мох, вот этот, проращивать я ничего не буду. У меня нет места для содержания мха. У меня есть немножко замороженного мха. И вот этот, да. Я сейчас все равно его сейчас буду мультибокс раскладывать сразу. Вот это вот, конечно, такие вот прям букеты. Вот я сейчас вот так вот разберу его. Но реальный букет. Вот смотрите. Букет из мха. Вот какой суперовский. Главное, не муравьев, ничего нет. Для меня это удивительно, Свет. Интересно, как вы их с такой тщательностью очищаете. Вообще, конечно, бомба. Да. Свет, спасибо вам большое. Спасибо за быстрое исполнение моего заказа. И посылка дошла очень быстро. И все качественно упаковано. И в замечательном виде. Вот. На этом я буду с вами прощаться, дорогие мои. Кстати, хочу сказать, что сегодня у Марины в ТЦРМ, он теперь так называется, бывший ВДНХ, состоялся завоз, новый завоз орхидей. Приехали очень красивые биклипы и очень красивая мультифлора. Кто интересуется, поезжайте. Завтра все будет уже стоять на витрине. Я сегодня съездила и купила себе необыкновенную бабочку, просто бомбическую. И я вам ее обязательно завтра покажу в видео. Все, дорогие мои, на этом я уже окончательно с вами прощаюсь. Желаю здоровья вам, вашим растениям, солнца в душе и на небе, такого же замечательного настроения, как у меня. До свидания. Всегда ваша Бокова Наташа.